Отец, папочка наш родной, мы благодарны тебе за все. Слава тебе! Твоей любовью движутся небеса, твоей любовью движется каждая пылинка вселенной. Ты любишь нас безмерно, и ты сделал все, что мы были святы и непорочны пред тобой в любви. Кровь Иисуса Христа омыла нас и очистила нас. Она разодрала завесу греховной плоти, и теперь мы имеем доступ к тебе, к твоему престолу благодати, к жизни и жизни с избытком. Как написано, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Мы свободны, мы святы, мы безгрешны в тебе, мы любимы, и не вменяется нам никакого греха. Чувство стыда, навязанное сатаной, разрушено. Нет больше никакой преграды. Твердыни в разуме разрушены, и мы имеем вход во святилище, к твоему престолу. Мы дети твои и наследники всего, как ты сказал, и все мое твое. В тебе мы имеем совершенное здоровье и духа, и души, и тела. Мы восстановлены в тебе, и слава твоя течет, и мы принимаем все, что даровано нам благодатью твоей. Когда-то сатанинским обманом грех отделил нас от Бога. Люди стали жить своим пониманием добра и зла. Понадобились тысячелетия земной жизни, чтобы на землю пришел Христос, который в духовном мире был заклан еще прежде создания мира. И теперь, как написано, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Слава Богу, как Он велик! Бог подарил нам Сына, самое дорогое для Него во вселенной, как с Ним не дарует нам и всего. Слава Тебе, Господь наш дорогой! Ты наш старший брат, как написано, первенец среди мертвых. Ты проложил нам дорогу в небеса. Ты – путь, истина и жизнь. И в Тебе мы имеем все совершенное – небесное здоровье, небесное обеспечение и небесную радость Твою совершенную. Ты дал нам все – Эдемский сад, наш возрожденный дух, здесь и сейчас. Есть наша часть – хранить его, возделывать и владычествовать вместе с Тобой. Ты глава, а мы Твое тело. Мы каждая клеточка твоего чистого и непорочного тела. Мы уже посажены с тобой в тебе на небесах. Мы царственное священство, народ, взятый в удел, чтобы утверждать твое царство на этой земле. И пока мы здесь, царство твое идет по земле нашими ногами.
делается нашими руками и проповедуется нашими устами. Мы побеждающие, нам доступны все благословения, все обетования и вся полнота жизни. Ты, будучи во плоти, дал нам ключ к благословенной жизни, сказав: «Я ничего не делаю, не видя Отца творящим». Мы любим Тебя, и, будучи послушны Тебе, мы благословенные во всем соработники Твоего Царства. Мы слышим Тебя Духом Твоим Святым. Слава Тебе, Господь! По слову Твоему мы благословляем Иерусалим и всю Твою святую землю, и не только физическую, а духовную, наш небесный Иерусалим, гражданинами которого мы уже являемся и всеми благами которого мы уже пользуемся. По слову Твоему мы молимся и благословляем всех начальствующих по всему лицу земли, потому что написано: «Сердце царя в руках Господа». Очи Твои обозревают землю, Ты знаешь все, и все в руке Твоей, и мы можем проводить жизнь тихую и безмятежную в доверии Тебе. Слава Твоя течет на каждого из нас, омывая, очищая и обновляя наши души и наши тела, убирая все ненужное, все чуждое Тебе и, главное, мешающее нам жить благословенной жизнью. Ты любишь нас безусловно, и никто не может этого изменить, потому что Ты есть любовь, и мы принимаем Твою любовь во всей полноте. Наша жизнь наполнена Твоей любовью. Она ведет в небеса и приносит небеса на землю, и потому Ты путь. Твоя любовь освобождает по слову Твоему. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, потому что Ты есть истина. Твоя любовь дает жизнь всему, потому что Ты есть жизнь. Ты сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Господь, Отец все отдал в руки Твои. Мы просим милости Твоей в отношении наших родных и близких, друзей и знакомых, за каждого человека на этой земле. Откройся им, как путь, истина и жизнь. Освободи их от оков неправды и открой им истину. И пусть Ты станешь их путем, и их истиной, и их жизнью. Во имя Иисуса. Аминь. Принимайте Божью любовь, мои хорошие, и Божье благословение. До встречи!